Итак, друзья, продолжаем знакомить вас с новостями культуры в общем в России и с новостями культуры города Ярославля в частности. Сегодня к нам в гости пришел директор концертно-зрелищного центра «Миллениум» Игорь Александрович Сидоренко. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Александр. Про ближайшие премьеры настойчиво прошу рассказать. Самое интересное, самое яркое, что мы ждем, это «Ночь искусств», которая пройдет с 3 на 4 ноября. Мы ждем всех ярославцев, будет достаточно интересная программа. И я думаю, что эта акция, которая проводится по всей России и в нашем городе, тоже пройдет весьма ярко и интересно. Что будет? Там же несколько мероприятий в составе, насколько я понимаю. Да, но в концертно-зрелищном центре это будет выставка, где смогут посмотреть работы наших лучших художников. И это будет фильм Александра Сокурова «Франкофония». Один из самых ярких и интересных премьерных фильмов, который прошел у нас в стране. Про франкофонию я послушал. Это фильм, который рассказывает о исторических событиях, случившихся во время Второй мировой войны, о том, как спасали сокровища Лувра. И режиссер ставит очень серьезный и важный вопрос. Все-таки что же важнее даже во время войны? Жизнь человека или великие нетленные произведения искусства? Если я правильно понял, Александр, 3 ноября ждем ярославцев в КЗЦ «Миллениум» совершенно бесплатно для того, чтобы они прикоснулись к вот этим шедевром киноискусства, да, и посмотрели выставку наших ярославских живописцев. Ну, это еще не все. У нас много замечательных событий впереди, и нас ждет прекрасный мюзикл для детей «Алиса в стране чудес». Мюзикл включает в себя самые инновационные, самые современные технологии, и впервые зрители в 3D-очках смогут увидеть этот шедевр на сцене концертно-зрелищного центра. А с какого возраста можно приводить на этот замечательный мюзикл? Ну, мы ждем пап, мам и, конечно же, малышей 6 лет. А это 3 декабря. Правильно. Хорошо. Что еще, какие торжества отмечаете, что в «Миллениуме» будет интересного? Ну, у нас прошли замечательные события. Это было столетие ярославского дизелестроения, и «Славнефть Янос» справил свой 55-летний юбилей. Это были очень крупные, очень яркие мероприятия. В рамках этих событий прошли выставки, форумы, круглые столы, мастер-классы. И, конечно, сами праздники, которые, я думаю, оставили очень яркие впечатления у всех участников и зрителей, которые имели счастье попасть на них в концертно-зрелищный центр. Как удается такие масштабные мероприятия проводить? Наверное, команда помогает, такая сплоченная. Помогает команда и новейшие технологии. Вы знаете, мы с гордостью можем сказать, что уже в ноябре мы запускаем электронную продажу билетов. Для нас это очень важно. Я думаю, что это очень важно и для наших зрителей. И теперь не надо будет специально ехать за билетами в концертно-зрелищный центр или искать, где можно приобрести билеты. Их можно будет купить в интернете прямо на нашем сайте. Да, и распечатав потом эти билеты, можно уже с ними будет прийти на наши мероприятия. Ну, от одного я только хочу предостеречь наших ярославцев, наших зрителей. Билеты нельзя покупать с рук, нельзя их распечатывать в нескольких экземплярах и нельзя выкладывать в социальные сети, в интернет. Игорь Александрович, для любителей искусства планируются мероприятия, для детей и их родителей тоже будет проходить замечательный мюзикл. А что планируется для романтичных девушек? Для романтичных девушек и романтично настроенных натур. Ну, для романтичных девушек, конечно, все наши мероприятия планируются, все концерты. И отдельная такая услуга, такое мероприятие, как сеанс для двоих. И у нас сейчас очень большой поток зрителей, приходят вдвоем, но не только. Иногда приходят семьями, чтобы отметить какое-то торжество, отметить какое-то важное событие, посмотреть самый любимый свой фильм именно в окружении самых близких людей за романтическим столом, где будут присутствовать и свечи, и хорошая музыка. И, конечно же, это событие можно будет запечатлеть вот в концертно-зрелищном центре именно для этих замечательных наших гостей. То есть такая, я беру аналогию с телевидением, есть закрытый показ, да, бывает, а это закрытый романтический показ. Да, именно так. И я думаю, что эта услуга, это мероприятие, оно пользуется все больше и больше спросом. И мы заметили, что уже кто-то к нам приходит не по одному разу, чтобы отмечать такие замечательные события. И по секрету могу сказать, что кое-кто даже здесь обрел свою вторую половинку, сделал предложение и получил согласие. Какая прелесть. А вот репертуар каким образом подбирается? То есть сами гости могут выбрать? Сами гости заранее, они должны связаться с отделом кино в концертно-зрелищном центре, договориться о том фильме, который будет, договориться о дополнительных услугах,
услугах, потому что мы имеем возможность и заказать цветы, заказать какие-то приятные, очень неожиданные сюрпризы, которые, конечно же, будут в радость и романтическим девушкам, и мужественным юношам, которые пригласят на этот сеанс. То есть, друзья, если захотите необычно отметить, не просто сходить в кафе с друзьями, но сделать что-то уникальное, то не исключайте и такую возможность. Да, концертно-зрелищный центр «Миллениум» очень современный и очень инновационный. Игорь Александрович, вот я, например, большая поклонница балета, и я знаю, что периодически у вас проходят большие концерты. И что в ближайшее время? Ну, я вас могу порадовать, то, что у нас даже не концертное исполнение, а полноценное исполнение балета. Это будет «Снегурочка», это будет «Щелкунчика», это будет «Лебединое озеро». И мы рады приветствовать наших коллег, наших партнеров. Один из самых ярких творческих балетных коллективов – «Кремлевский балет». Он будет у нас в ноябре. Мы ждем всех, кто любит балет, кто ценит это тонкое и прекрасное искусство. Можно сделать бронь. Это можно сделать как по телефону, связавшись с нашими кассами, так можно сделать и на сайте. Там есть такая небольшая кнопочка, где забронировать. Дальше пошагово будет инструкция, как это сделать. И эти билеты останутся за вами определенное время. Когда вы можете приехать, выкупить их. Для нас это очень важное, волнительное мероприятие, потому что, как вы понимаете, Кремлевский дворец съездов, который является базовым для этого коллектива, он очень большой, очень хорошо оснащенный. И мы делаем вот эту программу этих трех балетов, мы делаем в полном варианте, так как это идет в Кремлевском дворце. Правильно я понимаю, что значит оснащенность Кремлевского дворца и оснащенность КЗЦ, они сопоставимы? Вполне. Иначе как бы мы могли принять такой замечательный коллектив? В общем, друзья, не нужно ехать в Кремлевский дворец, а можно прийти в Ярославль и здесь посмотреть настоящий балет. Игорь Александрович, Новый год на носу. Чем будете удивлять? Мы будем удивлять нашими замечательными спектаклями, концертами. И, конечно же, 30 декабря мы ждем всех ярославцев, всех романтических барышень. На тебя показывают, да. На спектакль Московского театра оперетты «Брызги шампанского», который будет в сопровождении нашего Ярославского симфонического оркестра и будет исполнен солистами и артистами, я подчеркиваю, потому что там будут и балетные номера, и хоровые номера Московского театра оперетты. Достаточно ярким, интересным событием становится, конечно же, под Новый год. Это сказки для детей. И в этом году у нас новая сказка. Она очень тоже интересная, очень яркая, современная. Новый год на планете роботов. Мы приглашаем встретить всех малышей Ярославля с папами и с мамами. А планируется интерактив какой-то во время? Да, конечно же. Как всегда, это будет и интермедия у елки, у нашей новогодней. Как всегда, это будет встреча и с Дедушкой Морозом, и, конечно же, новогодние подарки. Отличная беседа, отличные перспективы, все больше и больше культурных событий. И мне это, чуть не сказал, черт возьми, нравится. Ну, правда это нравится. Ну что ж, мы ждем вас в концертно-зрелищном центре. И всю информацию вы можете получить на нашем сайте yarkzc.rf. Все просто. И вот такая занимательная беседа у нас состоялась с директором концертно-зрелищного центра «Миллениум» Игорем Александровичем Сидоренко. Спасибо. Спасибо.